Юля, что это у вас в руке такое? Кулич. Сегодня у нас какой день? Великая Пасха. Правильно. А где мы взяли кулич? Добрые люди нам подарили. Итак, дорогие друзья, мы сейчас находимся в Куртяево. Приехали сюда из Северодвинска. Кто-то из Ахтанского, кто-то из Северодвинска. Кто откуда? Вот Алексей. Добрый малый стоит. Погода сегодня чудесная. Еще снег в лесу. И мы сейчас подойдем, значит, к старой церкви. Попьем целебные водички из древнего жерла вулкана, куртяевская водичка. И отдохнем, посидим, помолимся Господу Богу. Юля, что вы можете сказать по этому поводу? Вам нравится? Все очень хорошо, мне очень нравится все. Деля, что вы можете сказать по этому поводу? Все нравится, да, Алексей? А вы что можете сказать по этому поводу? Вы какой-то горемычный сегодня, нет? Горячий, не выспался. Не выспался. Сегодня разбудилась в 4 утра. И вот я пытаюсь доспать. Ты пытаешься на ходу спать. Я еще не готов для съемки. Что самое интересное, смотрите далее. Ну вот, дорогие друзья, мы шли-шли и дошли до такой вот места купели, где люди верующие погружаются по этой лесенке в воду и наполняются благодатью святой. Юля, вы пойдете? Нет, пожалуйста. В прорубь? Отказываетесь? Стесняетесь пока? Дел много, в другой раз. Значит, друзья, мы в другой раз окунемся в речку. Вот Алексей все-таки решил окунуться. Вот он не стесняется, в отличие от нас. Так, все самое интересное, дорогие друзья, я вам показывать не буду, выключаюсь. Дорогие друзья, мы немножко заплутали. Вот, значит, тут для нас встретилась интересная табличка: Куртяево, край легенд и преданий. Вот карта, на ней компас. Движемся, не знаю, наверное, в правильном направлении. Что можешь сказать по этому поводу? Ну, там явно не 7 минут. То есть я опять обманул. Как всегда. Дорогие друзья, меня опять считают обманщиком. Ну, что поделать, дорогие друзья, вот так вот бывает. Ну, кажется, я помню, мы не здесь ходили. Мы как-то напрямки, прямо вот в той горе находится. Так, наверное, вот там надо было как раз. Пойдемте вот дальше. Вот купили-то прямо идти как раз надо, да, вброд. Ну вот, дорогие друзья, мы почти подошли к заветной мечте. Наша задача — добраться вон до того домика. Там Алексей будет набирать святую воду за мир на этой земле. Чтобы все было хорошо у всех, мягонько, так сказать, да? Вот, Алексей одабривает. Мягче, мягко, чтобы было. Да. Дорогие друзья, и берет начало минеральная вода вот отсюда. Здесь 12 источников. Хорошая водичка, холодненькая, целебная водичка. Мы находимся в урочище Куртяево. Это место очень известно своей минеральной водой. Здесь очень много источников, откуда из-под земли вытекает, берет начало минеральная вода. Минеральную воду Куртяево распространяет по всей территории России. И вот мы находимся в том самом месте, откуда она берет свое начало. Видим, что над источником построена старая церковь.
Дело в том, что здесь везде холмистая гористая местность. В далеком-далеком прошлом здесь находился вулкан. И мы как раз находимся в жерле, у жерла этого вулкана. Дорогие друзья, мы сейчас зашли в эту маленькую часовеньку. Вот. А вот здесь, дорогие друзья, люди опускаются вниз в воду. Вода очень холодная, целебная. И молятся. Сегодня светлый день Пасха. И мы как раз прибыли по велению Божьему в это святое место. Так заходят сюда люди, в очередь стоят, спускаются вот туда вниз, окунаются несколько раз, три раза. И потом выходят через эту дверь. Очищение от различных недугов, грехов и от всяких разных демонов, дорогие друзья. Километров 50, наверное, где-то уже. 50 метров, дорогие друзья, мы прошли пешком. И 100 километров проехали туда. 100 километров, наверное, не 100, 200. 200 уже. 200 километров проехали. Всего 200? Да. 200 мы проехали. Еще нам надо 200 проехать, дорогие друзья. А пройти еще 100 примерно. Да, еще обратно. До церквушки, наверное. Ой, солнце вышло, смотри. И вот мы приехали в это святое место, в святой вон, день. Вон, смотри, тропинку-то освещает нам свет. Кушаем кулич, и Господь освещает нам дорожку, куда надо идти. Вот. Но мы там уже были, мы не дождались. Вот. Погода чудесная, ветра вообще нет, рядом течет прекрасный ручей. Мы попиваем прекрасный чай с прекрасным куличом. Вот, дорогие друзья, сейчас наша задача найти здесь старинную церковь, Алексеевская церковь. Какого года, да? 1721 года постройки. И вот мы ее ищем. Тут еще есть стоянка древнего человека, первобытка. Сейчас, правда, снег еще в лесу везде. Не знаю, найдем мы или нет это место. Но попробуем, дорогие друзья, добраться до него. И все самое интересное вы, возможно, скоро увидите. Ну вот, дорогие друзья, только-только мы стали подходить к церкви, как неожиданно все в лесу озарилось ярким белым светом. Вышло солнце. Я это распознаю как важный сигнал, что мы идем по правильному пути. И что сегодняшний день знаменателен, дорогие друзья. Мы посещаем одно из святых мест на крайнем севере. Тут лучше подошел бы стертый инструментал, и вместо всей этой лирики чистый лист. Дуэт этих пустот бы красочней передал. Не мой мунковский вопль длиною в жизнь. Я бы на них оперся, словно на костыли, и сам бы невесомым стал, словно пустота. И вместо всей этой лирики чистый лист, и вместо музыки стертый инструментал. Мы уходим к мирам далеким. Дорогие друзья, мы добрались все-таки до этого места. Перед вами очень удивительное сооружение. Деревянная церковь, которая ни разу не реставрировалась с момента ее постройки. Мы видим, насколько она древняя. Это место довольно святое. Я бы сказал, это святое место. Рядом святая вода, живая вода и церковь. Мы находимся сейчас около алтаря деревянной церкви. Видим, что уже многие доски утеряны. Она была в свое время покрашена. Очень красиво. А рядышком с церковью находится часовенка, куда мы сейчас с вами и заглянем. Так, обратите внимание, что здесь очень низкий потолок. Заходя сюда, следует встать на колени и помолиться.
никого нет. Церковь очень старая. Здесь можно сесть и тихо помолиться за наших братьев, сестер, страдающих и мучающихся, чтобы они пришли к Господу Богу путями разными. Здесь можно взять молитву и почитать.